Украина может остановить строительство Керченского моста, но ничего не делает для этого. По словам эксперта по морскому праву Бориса Бабина, по действующим нормам международного права, Керченский пролив – это общие внутренние воды России и Украины. И официальный Киев может обращаться с жалобами в международные инстанции. Однако вместо реальных действий по запрету строительства Украина только имитирует деятельность, отметил эксперт. Украина будет жаловаться во все инстанции, Украина будет писать письма и тому подобное. Но учитывая, что украинский бизнес тесно связан с российским в этом строительстве, честно говоря, я не думаю, что будет какое-то реальное последствие, кроме имитации какого-то гнева. Ведь вообще известно, что сегодня Керченский пролив активно используется для схем контрабанды территории Украины, как на оккупированной территории, так и на территории самой Российской Федерации. Общеизвестно, что Украина осуществляет поставки в Керчь, в том числе и материалы для строительства этого самого моста. И такую ситуацию очень глупо ожидать от нас каких-то реальных действий, извините.